Привет, мои хорошие, с вами Селена Свои, и сегодня будет долгожданный уход за лицом и телом. Я с поездки еще, и так и не было времени у меня сделать что-нибудь с моими волосами, уже с моим лицом, с моим телом. И сегодня мне поможет в этом косметика Рише. У меня есть от компании Рише скраб для тела, скраб и маска для лица, розовая глина, вообще вау, супер-пупер. И есть мыло всякие разные вкусные, но давайте по порядку. Сначала мы давайте с вами очистим кожу лица, что я делаю обычно. И очищать я буду невейкой для глаз специально. Сейчас вы увидите, меня не накрашены. И вот мне тоже дарили мицеллярка от L'Oréal. Будете наслаждаться со мной вместе, как я сейчас буду кайфовать. Начала глазной штукой очищать вокруг. Ну, конечно же, волосы. Ой, волосы. Чего у меня с речью? Как-то белиберда получается. В общем, вот я очистила кожу у лица. Слушайте, у вас когда-нибудь был такой, вот я очищу, допустим, у меня мицеллярка кожи лица, а потом глаза открываю, а они мутные у меня. Ну, мутно все, пока приду в себя. В общем, первое, что мы будем делать, это мы будем пробовать наш скрабик для лица. То есть я сейчас очистила и сделаю скрабик. Выглядит он вот так. Вообще, мне так нравится эта косметика, у них так все стильно, у них даже, смотрите, обратная сторона необычная. Необычная картонка, она тоже с каким-то рисунком. Вот так стильно выглядит. И вообще эстет, я люблю стильные вещи. Кстати, вот на 14 февраля, кто еще не знает, что мужчине подарить своему. Черная, вот эта вот черная вся красота у них вся вот такая стильная, черная, дизайн. Мне кажется, это очень круто подарить мужчине. Любой мужчина будет этой косметикой пользоваться. Вот если вы пытаетесь своего мужчину приучить, да, чтобы он ухаживал за собой, можно просто подарить ему крутую косметику. Мужчины тоже такие, они любят. Когда даришь им крутую косметику, они начинают пользоваться. Скрабик нанести на влажное лицо, массировать до 3 минут. Ой, какой кайф до 3 минут, да, что не нужно долго массировать. Особенно Т-зону. Избегать области вокруг глаз и вокруг губ. Все, потом смыть теплой водичкой. Ну-ка. О, прикольный. Черный. Блин, такая тема. Как в грязь лезу. Давайте помассируем. Это вообще-то надо делать все над ванной, да? Это же я. Ой, он такой мягкий. Короче, друзья мои, я пошла в раковину. Слушайте, девчонки, я такой дурындал, но русским языком написано, но для тех, кто в танке, нанести кончиками пальцев на влажное лицо. Не, это только я могу. Ух ты, скрабик. Увлажни, дурындал, как мой любимый. Дурындал. Вот тут крутит все время. В общем, я размассировала все. И на самом деле я так много нанесла, знаете, не экономно. Она очень экономная. То есть я вот чуть-чуть, вот то, что я здесь нанесла, это мне он размассировать все, видите, как осталось. И красотка, да? Даже в рот попала. Хо-хо. Хотя нужно было вот эту вот область, ну, хоть глаза. Блондинка, я иногда сама себя ржу, честно. Вот я снимаю видео, пересматриваю, думаю, боже, я еще некоторые вещи вырезаю. Думаю, они вообще с ума сойдут. Они не выдержат такой блондинистой атаки. Пошла смывать теплой водичкой. Так, все, я сделала скрабик. Видите, моя личико покраснело немножко. Блин, ну такая классная кожа. Сразу вот смываешь уже. Там, видимо, ну масла, да, они там ходят, по-моему, в состав. И, то есть, скрабик произошел, масло пропиталось. И вот я смываю, и прям вообще такая нежнота. Просто сейчас кожа супер нежная. Мне аж даже не хотелось маску делать сверху. Но я хочу попробовать. И вообще, в принципе-то, попитать кожу надо даже. И вот, значит, масочка от компании Рише тоже здесь сухая. Это розовая глина. Смотрите, она сухая, и она разводится. Разводится с водичкой. 2:1. То есть 2 ложки, а 1 водичка, как я поняла.
Запах просто супер-мега нереальный. Там написано, что нужно делать либо в стеклянную, вот я в стеклянную решила сделать, либо в эмалированную, или керамическую посуду, типа в пластик нельзя. Наверное, это как-то влияет. В общем, вот такую кашицу я сделала. Ну, я думаю, мне этого хватит. Сейчас я нанесу это на свое личико. Скажу вам так, что эту компанию на самом деле я, пока мы будем ждать здесь 15 минут, заприметила давно уже. А, еще хотела сказать, что я маску обычно делаю вот так вот, все на шее, и вот здесь декольте еще делаю. Просто сейчас я снимаю, неудобно, поэтому сделаю только на личико. В общем, прошла ароматерапию. Эта маска прошла на ура. Просто я сейчас кайфую, это такой запах нереальный прям. Так вкусно пахнет. Еще у них классные мыло. Вот такие вот, такой вот упаковочки. И вот мылки. Они тоже безумно вкусно пахнут. Они там со всякими разными лечебными свойствами. У них на сайте на самом деле можно прочитать. Вот здесь нету. Каждое мыло для чего оно. Вот это вот у меня уже было в прошлый раз. А вот новое пришло. Вот такое вот. Слушайте, у меня такое ощущение, что я вам говорила, может быть, что я мыло не люблю, не пользуюсь мылом. Но мне кажется, что с таким мылом я начну пользоваться мылом. Я прям вообще не хочу никому его отдавать и дарить. Я хочу сама пользоваться. Вот, и еще мне пришел от них скраб для тела. И он тоже для лица вместе с тем. В такой упаковке. Вот разве не стильно на подарок вот такой? Я считаю, что это супер стильно вообще. И для девочки, и для мальчика. Вот такой там скраб. Вот вы наверняка видели в Инстаграм много вот такой рекламы, да? Вот этого. Я уже давно заприметила себе вот такой вот и скрабик, и все-все-все. Теперь она есть и у меня. Кофейный для тела. Ой, столько тут всего-всего есть. Надо открыть да посмотреть. Ой, кстати, удобно вот здесь открывается. Вот так вот. И защелкивается. Вот такая штучка здесь, которая защелкивает и щелкивает. Ой, нет, он не сухой. Он такой же, как вот этот. Блин, нереально. Короче, я вам серьезно. Я, блин, как этот, как сайгак, блин, прыгаю туда-сюда. Уже раз 10 прыгнула и накормила, и то, и все. Короче, я вам говорю, что это крутой подарок вообще к 14 февраля. И, а для себя это вообще побаловать себя супер. Маска застывает, она еще имеет лифтинг-эффект. Сейчас прочитаю, что состав входит. Блин, она так пахнет, у меня прям настроение поднимается. Розовая глина, красная глина, каолин, экстракт бамбука, экстракт ежевики, экстракт фукуса. О, кстати, блин, все хочу заказать из фукуса. Витамины внутрь. Экстракт алоэ, вера, эфирные масла, иланг-иланг. Все, понимаете, здесь одна полезность сплошная. Наслаждение. Так я еще и помолодею, очистилась, помолодела, ароматерапия, все вместе. Короче, вот этот скраб, он будет у меня стоять в ванне. И как только я закончу видео, пойду сделаю еще. Ну, то есть он такой же консистенции, что и вот здесь. Только этот конкретно для лица, а этот для тела. Ну, и лицо здесь тоже написано, что можно наносить. Туда же можно еще, знаете, что делать? Обертывать еще и 2-3 часа ходить. Представляете, на проблемную зону. Кофейные зерна, робуста, гималайская розовая соль, тростниковый сахар, масло авокадо, масло зароя дыши пшеницы, масло жижиба, масло виноградных косточек, масло миндаля, масло макадамии, эфирное масло мандарина. Представляете? Вообще, ура, ура! Это все у меня. Девочки, какой кайф. Просто моя... Мое лицо сейчас мне говорит спасибо, спасибо, спасибо. Ой, девчонки, все. Все, я буду спать. Просто невероятно. Сейчас, конечно, вот прям даже не хочу ничем мазать, честно говоря, лицо. Хотя надо кремом смазать. Потому что запах перебьет весь. У меня так сейчас такой аромат вот здесь стоит вообще просто нереально. В общем, спасибо большое компании Реше за это. И кремом намажу сейчас. Любым. Вот примерно так я ухаживаю всегда. Это скрабик, масочка сверху
и кремушек. Люблю, когда все одной серии, от одной компании какой-то. Очень люблю, когда ароматы, невероятно вкусные ароматы у продукции. Так, лицо должно, да, оно ошалело от радости такой, краснело. Ладно, мои хорошие, вот такое вот мое худое лицо, вы спрашивали об этом, вот вам, пожалуйста. И также я жду вас всех в Инстаграм. Там теперь у нас начались прямые трансляции, и я с удовольствием их веду, стараюсь каждый день. Так что увидимся. Лайки, подписка, кто первый раз. Кухня красоты.